Вот та самая упаковка, которая вызвала шумиху в интернете. В ней 9 штук яиц. Недовольные пользователи уверяют, что теперь необходимо указывать цену за одно яйцо. Тогда будет понятно, что покупать выгоднее. Свежие здесь. Свежие. Вера 7 лет торгует куриными яйцами. Женщина рассказывает, что народу привычнее брать десятками. К нововведению с уменьшенным количеством яиц продавец отнеслась скептически. Мне кажется, зачем такое делать? 10 есть 10. Допустим, если вот они у меня идут, 70 рублей 10 штук, так они идут 10 штук. Такая же ситуация обстоит, например, с молоком. Покупая бутылку молока, рядовой покупатель думает, что берет литр. На деле же в таких бутылках 930 миллилитров. А в пакете молока и того меньше, всего 800 миллилитров. Экономисты уверяют, на такой ход производители пошли, чтобы скрыть подорожание товара. Человек привык покупать продукт в той или иной расфасовке. Он покупает упаковку продукта, но не всегда обращает внимание на то, что объем этой упаковки становится меньше. Он обращает внимание на цену. Зачастую покупатель не может грамотно рассчитать, какой товар брать выгоднее в соотношении цены и количества. Так, например, многие упаковки круп 900-граммовые, а не килограмм. Соки, например, не литр, а на 100 миллиграмм меньше. Цены на товар остаются без изменения, вот только в итоге покупатель все равно остается в минусе. Артем Логвинов, Александр Царегородцев, телеканал «Эфир».